удачная россиянка. Я говорю про финал метания молота. Это попытка в реальном времени, вторая попытка Мартини Красновой, спортсменки из Словакии. И опять мимо. Вы знаете, у Владарчик, вы видели, была неудачная попытка. И связано, на мой взгляд, это исключительно со скользким покрытием. Потому что понятно, что там все на уровне подсознания, если хотите, на уровне условных рефлексов уже все это происходит, каждое движение.